меня знали раньше просто как заведующего библиотекой, да, как человека, который с вами занимается, то сегодня вы узнаете обо мне что-то новое. Новое и, конечно же, творческое. Анна Бачковская пишет стихотворения о детях и об их восприятии мира. Еще она сотрудничает с известными композиторами Александрой Ермоловой и Евгенией Зарицкой. Познакомиться поближе с произведениями детского поэта на этот раз смогли ребята из 7-й гимназии. У нас будет с ними такая творческая интересная встреча, где я буду читать свои стихи, рассказывать о своем творчестве, отвечать на самые каверзные их вопросы и показывать песни. Именно показывать, потому что будут представлены видеоролики на мои слова и музыку двух замечательных композиторов, с которыми я сотрудничаю. По словам Анны, свое вдохновение она находит в детях, ведь они цветы жизни. Беззаботные, веселые, непоседливые, а еще такие разные. Именно для них поэтесса исполнила песни на свои стихи. И снова день, и снова к нам восходит солнце, восходит из своей заоблачной дали. Творческая встреча прошла в теплой и уютной обстановке. В свою очередь, детский поэт пообещала чаще встречаться с юными любителями творчества. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».